Ну вот и дождались, дорогие друзья. Первый снежок выпал. Прохладненько так, я скажу. Ну ничего, бежим. Пробежимся. Ну что, дорогие друзья, подведем итоги этого полугодия. Хочу сказать, это уникальнейшее состояние сейчас. Избавился от всего. От всего, что меня раньше мучило и надоедало. Головные боли, лишний вес, изжога. Все это теперь ушло. И в прошлом бег ежедневный, утренняя пробежка дает вообще охрененный заряд на весь день. У нас два варианта в этой жизни, дорогие друзья. Сидеть на шее своих детей, плакаясь о своих болячках и недугах, прозябая остаток своей жизни. Либо вести полноценный образ жизни, здоровый образ жизни, быть постоянно в тонусе, радоваться жизни. Я сделал свой выбор. А вы, дорогие друзья, сделали свой выбор?